Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах зуда у собак. Если собака активно чешет уши или другие части тела, вылизывает или грызет место, которое вызывает беспокойство, это проявление зуда. Зуд может являться симптомом серьезной болезни, поэтому не стоит игнорировать это состояние питомца. Если у животного слишком сильно застегнут ошейник или шлейка, то в результате возникает трение и, соответственно, зуд. Эту причину легко устранить. Также, если у питомца заживающий шов или рана, то образуется рубцовая ткань и стягивает кожу. Это вызывает неприятные ощущения. Зуд и раздражение кожи может возникать в результате соприкосновения с любыми химическими веществами, такими как моющие средства, краска, противогололедные реагенты и так далее. Даже обычные, на наш взгляд, зеленка и йод могут вызвать сильную местную реакцию у животных, вплоть до химического ожога. Наиболее распространенная причина зуда – паразитозы или наличие паразитов. В первую очередь это блохи. В данном случае речь идет как раз об аллергии на слюну блох. При этом они могут даже не жить на животном, а находиться, например, в помещении и периодически кусать собаку. Это будет провоцировать аллергическую реакцию и, как следствие, зуд. Поэтому, если возникают подозрения на то, что у вашего питомца есть аллергия на укусы блох, нужно провести обработку специальными препаратами как самого животного, так и помещения, в котором оно содержится. Кожа обладает мощнейшими защитными свойствами, но если они по какой-то причине нарушены, нормальная микрофлора, которая присутствует на коже, может активизироваться и вызывать воспаление. На местах с небольшим количеством шерсти можно видеть следы расчесок, сухие корочки или уплотнения. Собака становится беспокойной, не может найти себе места и постоянно чешется. Для постановки диагноза необходимо обратиться к врачу. Следует помнить, что правильно сбалансированное питание и хорошие условия содержания – залог здоровья вашего питомца, в том числе и здоровья кожи. Но при любом из описанных симптомов следует обращаться к врачу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.